Сегодня стало известно, что Татьяна Дэвис и Прохор Шаляпин перед свадьбой заключили брачный контракт. Об этом рассказал друг артиста Георгий Кирьянов, который, к слову, был свидетелем на свадьбе бизнесвумен и артиста. По словам приятеля Прохора, Дэвис нужны были гарантии, что если отношения с артистом испортятся, то все ее состояние останется при ней. Таким образом, Татьяна решила обезопасить себя. Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это произошло за несколько часов до церемонии. Таким было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с подводной лодки, прихватив ее миллионы, рассказал актер. Кроме того, Кирьянов отметил, что Татьяна Дэвис переживала из-за того, что любвеобильный Шаляпин, который часто гастролирует, может увлечься другой женщиной. Таня понимает, что Прохор артист. Он будет часто гастролировать, у него карьера в России, которую он просто так и не оставит. И, конечно, на такого красивого парня всегда будет спрос у женщин, добавил Георгий.